субботу в Самарской области будет облачная и пасмурная погода. Местами осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 6, плюс 14, ночью 1-3, выше 0. Ветер западного, юго-западного направлений 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, но без осадков. Днем плюс 14 градусов, ночью плюс 3. Западный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 9, ночью 2 градуса выше 0. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачная погода, небольшой дождь. В дневное время плюс 11, ночью 1 градус выше 0. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.